Так я вообще не знаю, Влад, Не, что писать, слушай что просто, рассказывать мне. слушай просто. А, получается, у вас сейчас начинается первый курс. А, первый курс открывает лекция «Основы службы в органах госбезопасности». Слушайте внимательно, потому что после лекции будут вопросы. Полевой офис ФБР – это не что иное, как филиал ФБР, который располагается на определенной территории и имеет свою собственную юрисдикцию. Директор ФБР в нашем случае подчиняется генеральному прокурору штата Феникс. Наши взгляды на шаг впереди преступности. Наша миссия – защищать жителей штата Феникс от преступлений высокого приоритета и поддерживать их безопасность круглосуточно. Наши приоритеты. Подожди, да. Наш приоритет защищать защита штата Феникс от террористических атак, предотвращение терактов, освобождение заложников, ведение переговоров. Развитая агентурная сеть и безопасность штата Феникс. Защита штата Феникс от организованной преступности, поимка ООП. Защита штата Феникс от коррупционеров в сфере поимка сотрудников к организации, занимающейся продажей материалов, формы, оружия, также снятие розыска. Проверки госорганизации, которую возглавляет инспектор ФБР или же куратор ФБР. Точнее, куратор инспекционного отдела. Лекция на тему основы службы в организации госбезопасности закончена. Вопросы есть у кого-нибудь? По лекции. Нет. У меня есть к вам вопросы. А, запомнили миссию ФБР? ООЦ в чате пишите, что запомнили. ООЦ, можете сюда говорить тоже. Занимается это. Митчел, личка Дискорда. Вот, сейчас посмотрю. Главное, последняя строка. Так это надо сначала делать в конце. Всякий случай. Перед обезвреживанием. У нас заложник, блядь. Я услышал ваши ответы. Перейдем сейчас к лекции, получается, номер 2.